Ценными банкнотами номиналом 2 доллара являются 2-долларовая банкнота 1874 года, может достигать цене 1437 долларов, а вот банкноты, выпущенные в следующем году, оцениваются от 1300 до 18400 долларов. Цена зависит от серии купюры, ее особенностей и состояния. Купюры с номиналом 2 доллара из первой печати 1862 года – большая редкость. Случайно найти или получить сдачу такой банкнотой просто нереально. Одна из таких купюр была продана на аукционе за 17 250 долларов. Другая банкнота в 2 доллара этого же года ушла за кругленькую сумму – 32 200 долларов. Банкноты с радужной серии 1869 года также в цене. Одна из таких была продана на аукционе за 34 500 долларов. Цены среди коллекционеров практически не представляют 2 доллара 2009 и 2013 года. Они стоят чуть больше своей номинальной стоимости – всего 3 доллара. Банкнота в 2 доллара 1976 оценивается в 10 долларов, а те самые купюры с марками и печатями достигнут своей цене 30 долларов. Двойной доллар серии 1880 года продается на аукционах по разной стоимости, которая может составлять от 1500 долларов до 32. Купюра 2 доллара 1917 года оценивается в диапазоне от 250 до 1400 долларов. Выручить чуть больше номинала можно практически с любой банкноты, так как коллекционирование именно этого номинала – национальная традиция американцев и излюбленное занятие иностранцев. От продажи 2 долларов можно получить до 20 долларов –